у братьев лютеран праздник. Под звуки протестантского органа и хора в кафедральном соборе Святой Марии во время воскресного богослужения в епископы Евангелической лютеранской церкви Ингрии произведен Иван Лаптев. В церкви много разных служений, епископское служение одно из них, и нет более или менее важного для Господа, и церковь служит Христу в полноте. Чем больше мы принимаем этой благодати, чем больше мы познаем, тем сильнее служит церковь, и любовь Божия возрастает. Коллеги характеризуют священника Ивана как человека доброго и аккуратного в деле организации процесса обучения. Для пастыря-начальника эти качества весьма ценны. Я вижу то, что вокруг него всегда очень много людей. Вот. Он очень популярен, и эта популярность, в хорошем, в христианском смысле, разумеется, значит, он привлекает к себе людей, значит, он ответственный, значит, ему можно доверять. Вот. И я думаю, что если бы не так, он бы просто не стал бы епископом. 20 век для всех христиан России был временем тяжелым и подчас трагическим. Для российских лютеран в том числе. Слава Богу, те времена прошли. Я уже имею такую, радость, счастье передать эстафету служения как бы следующему поколению, которые выросли, уже родились в свободной России, выросли и окрепли духовно уже во время благоприятное, как в Писании говорится. Торжественную службу с рукоположением почтили своим присутствием представители государственной власти. И они в один голос высоко отзываются о социальной активности и гражданской позиции российских лютеран. У нас общие темы – это социальное служение и сохранение исторического наследия. Мы находимся в красивом здании, ведь помог город его сохранить и отреставрировать. У нас развивается диалог между Евангелической лютеранской церковью Ингрии, Финской Евангелической Лютеранской Церковью в городе Микеле и Санкт-Петербургской епархии в области социального служения. То есть на самом деле мы здесь не просто выполняем такую протокольную миссию, мы действительно стараемся скрепить те отношения, которые у нас, слава Богу, сложились. Епископы из соседних стран Эстонии, Латвии и Финляндии с удовольствием посетили северную столицу России и поздравили Ивана Лаптева с вхождением в епископский чин. Я очень рад за нашу сестру церковь Ингрии. Новый епископ – это всегда новые надежды, новая сила, энергия и дары Божьи, немножко другие. Каждый человек одарен по-своему. У меня была долгая такая братская дружба и сотрудничество с Ари Матвеевичем. А сейчас полон надежд такого же сотрудничества с епископом Иваном. Церкви Финляндии и церкви Ингрии – давние партнерские связи и контакты. Поэтому для нас рукоположение нового епископа в церкви Ингрии – очень важное событие. Для нас важно в такой день быть вместе. На воскресном служении в церкви Ингрии в Петербурге ощущалась радость в духе и осознание важности момента. И очень хочется надеяться, что новое назначение послужит делу проповеди Евангелия в Петербурге и Ленобласти, а также построению крепких и плодотворных связей между христианами всего Балтийского региона. Михаил Богданов, Степан Львов, Новости ТБН.